Друзья, всем привет! Сегодня у нас очередная полезная самоделка, которую я нашел в интернете. Уже давным-давно кто-то ее делал, а я решил проверить работоспособность и повторить ее. И надеюсь, кому-то это пригодится. Для самоделки нам нужна медная трубка. У меня она 6 мм от тормозной системы легковой машины. Любая баночка с крышкой и бинт. Это основные компоненты этой самоделки, а в процессе по мелочи может еще что-то понадобиться. Итак, начнем. Для начала отпилю кусок медной трубки, около 250 мм. Затем берем бинт и отрезаем от него кусок чуть больше длины той самой трубки. Так как рез сделал болгаркой, то немного забились края трубок. Я их немного пробил самодельным шилом из старого бура от перфоратора. После берем тонкую проволоку и продеваем в трубку. Бинт зажимаем в шуруповерт и делаем скрутку. После этого фиксируем один край бинта в проволоке и протягиваем бинт через трубку. Получившуюся конструкцию оборачиваем, как на видео, через что-то круглое, чтобы получить что-то похожее на кипятильник. Медная трубка легко гнется, поэтому процесс достаточно прост. Далее немного раздвигаем спирали между собой. В нижней части спирали сначала намечаем будущее отверстие, а далее просверливаем сверлом 2 мм, но только одну стенку трубки, то есть не насквозь. Берем нашу баночку и снимаем с нее крышку. На крышке делаем пометку, приложив ножки спирали к крышке. В местах, где эти ножки приходят, делаем отверстие. С крышки необходимо снять краску. Для этого подойдет любая крупная наждачка. Далее берем кусок холодной сварки и разминаем его. Тут можно использовать не только холодную сварку, но и любой другой клей по металлу для высоких температур. Продеваем бинты со спиралью в отверстие крышки. И залепляем все холодной сваркой.
Пока клей или сварка сохнет, сделаем вспомогательную приспособу для нашей самоделки. Для этого я взял винтовую крышку от обычной банки и 3 болта 8 на 150. На крышке с обратной стороны размещаем 3 равноудаленных точки по краю и делаем отверстие, в которое продеваем болты и фиксируем гайками с шайбами. Готово. Когда сварка высохла, осталось только взять немного спирта и налить в нашу баночку. Закрываем крышку со спиралью и поджигаем. Как вы поняли, получилась спиртовая горелка. Но фишка этой горелки в том, что после того, как она нагреется, она превращается в турбогорелку, с помощью которой можно очень быстро разогреть еду или вскипятить воду. Для этого горелка помещается вовнутрь той самой приспособы из крышки с болтами, на которую можно ставить кастрюлю или сковородку. Друзья, вот такую самоделку сегодня подготовил для вас. Изначально я хотел проверить работоспособность, и так как самоделка оказалась вполне рабочей, решил поделиться с вами. А вы уж сами решайте, нужна она вам или нет. Так, друзья, на этом на сегодня у меня все. Ставьте лайки, если видео вам понравилось, и пишите комментарии. Во-первых, скажите, знали или нет о такой самоделке, а во-вторых, напишите свои мысли насчет нее и чем можно заменить спирт. Пишите свои предложения, а я проверю, будет ли на предложенном топливе все это работать. Всех, кто не подписан на канал, я обязательно прошу подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые полезные видео. Всем спасибо за просмотр и пока-пока.